Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Opel Astra GTC 2012 года выпуска, двигатель 1.4 турбо, пробег на автомобиле 28 тысяч километров. Заменим на этом автомобиле сегодня масло и фильтра. Поднимаем автомобиль, сливаем масло. Поднял автомобиль, поставил здесь тазик, пробочку откручиваем, бита Торкс Т40. Масло грязненькое. Все, стекло масла. Закручиваем на место пробку. Закручу ее динамо ключом. Здесь на поддоне прямо написано 14 ньютона-метров. Все, опускаем автомобиль и меняем масляный фильтр. Подсуну тряпку под фильтр, чтобы у нас масло, которое потечет, не вымазать. Головка на 24, откручиваем колпак масляного фильтра. Фильтр будем использовать фирмы MAN, HU 612-2. В комплекте с фильтром идет резиновое кольцо. Мы его тоже меняем. Старое я снял. Устанавливаем новое. И вставляем фильтр. Что, на обычном бумажном фильтре? Или, в принципе, не все по такому принципу. И закручиваем. Здесь на крышке написано 25 ньютона-метров. Динамо закрутим. Меняем воздушный фильтр. Откручиваем саморезы по кругу. Поднимаем крышку и вытаскиваем фильтр. А фильтр, в принципе, не смертельный.
Новый фильтр использовать фирмы MAN C27107. Также поднимаем крышку и ставим его на место. И закручиваем саморезы. Заливаем масло. Масло будем использовать Liquimoly 5W30 TopTech 4600. Номер по каталогу идет 8033. Максимум. Но еще уйдет фильтр маленько. Залили 4 литра. И закрываем пробочку. Меняем салонный фильтр. Так. Открываем пассажирскую дверь. Отрываем вот эту уплотнительную резиночку. Снимая. Так вот, ее полностью снимать не будем. И вот эту накладку сдергиваем в бок. Головкой на 7 откручиваем саморезы.
И теперь снимаем целиком бардачок. Крышка у нас находится здесь, с двух сторон. Отщелкиваем защелки и поддеваем фильтр. Новый фильтр используем фирмы MAN CUK2442. Угольный фильтр. Стрелками вниз устанавливаем его на место. Защелкиваем крышку и устанавливаем на место бардачок. И закручиваем 4 самореза. Устанавливаем на место накладку. Одеваем резинку. Все, все 4 самореза закрутил. На этом все. Замену масляного фильтра воздушного и салонного и замену масла мы закончили. Всего вам доброго.